По приказу инквизитора Тота жители Тартаруса начали покидать планету. Даже в более спокойные времена подобные действия привели бы к катастрофе. Но то, что происходит сейчас, более всего напоминает ночной кошмар. Планету охватила паника, и все жители планеты ринулись к двум основным космопортам. Колонны транспорта и людей постоянно уничтожаются бандами орков. Рассеянные до потери боеспособности силы имперской стражи едва сохраняют порядок в крупных городах. Верные сыны императора, они приносят свои жизни в жертву, стараясь удержать зеленые орды орков, пока простые люди спасаются. Я всей душой желал бы примкнуть к ним в их благородном деле, но я должен выполнить свой долг так же, как они выполняют свой. Мы нашли доказательства того, что на Тартарусе действуют силы хаоса. Изидор изучил нечестивый алтарь и выяснил, что они направились в сторону горы Карат, которая находится в опасной близости от основных армий орков. Я попросил полковника Брума выделить полк имперской стражи для прикрытия нашей операции. Мне крайне неприятно делать это, когда люди полковника защищают важнейшие центры планеты, но они нужны для более важного задания. Оракул, как вы и предсказывали, люди идут прямо в нашу ловушку. Хорошо, но учтите, космодесант невозможно застигнуть врасплох. Они ожидают предательства на каждом шагу, и что бы вы ни делали, все это лишь подтверждает их подозрения. Ваши приказания? Мы вынудили людей делать то, что нам нужно, но и они связали нас по рукам и ногам. Они знают, что впереди их ждет битва, и постараются втянуть нас в нее. Все, что нам остается, это принять свою роль и надеяться, что мы сможем их переиграть. Ты уверен? Да. Именно этим путем алтарь указал нам идти к горе Карат. Но неужели ты сомневаешься в полученных мной сведениях? Я не ставлю под сомнение твои способности, брат-хранитель, но меня волнует тактическая сторона вопроса. Эта дорога — прекрасное место для засады. Слышишь нотки сомнения в его голосе? Уверен, за твоей спиной он называет тебя мутантом, но боится твоей силы, твоего предназначения. Успокой, дитя. Я допускаю, что впереди нас может ждать ловушка. Но она послужит лишним доказательством, что мы на верном пути. Ты прав, старый друг. Всем быть наготове, приказы выполнять беспрекословно. Ошибок быть не должно. Согласен. Разведчики, вы уже на месте? Так точно, мой командир. Мы обнаружили место дислокации передового отряда эльдаров. Необходимо приложить все силы для уничтожения ударных отрядов эльдаров. Тогда мы можем спокойно найти подходящее место для развертывания оперативной базы. Мы все еще находим заряды, которые эльдары установили здесь, но пока не решаемся их разминировать. Единственное, что нам удалось, отключить детонаторы чужих. Это все, что мы можем сделать с этой инопланетной технологией. Это была ловушка? Нет. Похоже, что они старались взорвать это место с целью похоронить маяк и всех, кто бы ни находился рядом с ним. Но им не удалось. Изидор, исследуй маяк и выясни, куда он указывает. Капитан, прибыл инквизитор Тот. Он просто обязан был появиться. Ну что ж, капитан, зрелище впечатляет. Но если вы помните, я никогда не утверждал, что хаос не высаживался на этой планете. Я лишь отметил, что варп-шторм уничтожит эту угрозу. И будет лучше, если мы не разделим их судьбу. И как я вам уже сказал, инквизитор, кровавые вороны останутся на Тартарусе до последней минуты. Так что оставшиеся 2-3 дня я планирую посвятить решению этой проблемы.
Капитан, я не ставлю под сомнение ваше право распоряжаться кровавыми воронами. Но что касается участия имперской стражи в вашем мероприятии... В моем мероприятии? Вы снова обвиняете меня в преследовании личных интересов. Это мой долг, равно как и ваш, уничтожать любые признаки ереси, насаждаемой хаосом. Вы превышаете свои полномочия. Как и вы, инквизитор. Люди полковника не просто имперская стража. Их жизни принадлежат императору, и согласно его воле я использую их против сил хаоса. В битве они обретут сияние славы. Теперь я вижу, что мое присутствие здесь оказалось ошибкой. Если вы встали на путь, который приведет вас к уничтожению, я ничего не могу сделать, чтобы остановить вас. Но я не позволю вам всех утянуть за собой. Властью, данной мне Инквизиции, планета Тартарус переходит под мой контроль. Все запросы на распоряжение планетарными ресурсами и вооруженной поддержкой должны быть согласованы со мной, капитан. С этого момента вы и ваши люди предоставлены сами себе.